Я знаю, ты там. У тебя свет горит. Открывай дверь. Открывай. Будь хорошей девочкой и открой дверь. Добрый вечер. Вы? Да, заходите. Заходите, пожалуйста. Ну же. Ищите Кэсси или Джейд? Кэсси. Хорошо, потому что Джейд нас покинула. Вы встречаетесь здесь? Она едет сюда? Джейд не ответила на все вопросы. Нет. Мы не встречаемся. Я хотел сделать ей сюрприз. Зато сделаю сюрприз мне. Присаживайтесь. А загородный дом? Я не знаю, из-за чего это все, и даже знать не хочу. Мне, правда, не нужны никакие проблемы. Я хочу просто спокойно работать. Хорошо? Думаете, это я убил Джейд? Я бы этого не сделал. Она упала с лестницы. Она была хорошей девушкой, а мне не нравилось. Она продавала себя за деньги, и здесь нечем восхищаться. Ну да. Вы знали, что у нас в стране больше пушек, чем машин? Наверное, потому что пушки — это нечто более личное. Слушайте, я пришел сюда за тем, что Кэсси мне пообещала. Мне не нужны проблемы ни с мистером Грейсоном, ни с кем-либо еще. Если вы меня отпустите, у меня будет что вам предложить. Что вы можете мне предложить? Ладно. Первое. Я никому и ничего не скажу об этом. И второе. Как насчет мета? На 30 кусков. Где же вы возьмете столько порошка? Мне нравится. Наркотики — это весело. Кэсси. У Кэсси. У нее точно есть, она показывала. Отпустите меня сейчас, и я обещаю, что вы получите свою долю. Думаете, они здесь? Спрятаны? Жизнью клянусь. Принято. Не надо! Надо взводить курок, осел. Алло. Кайла, это я. Хауи, ты где? У Кэсси дома. Только что замочил того странного типа из клуба. Ну, помнишь? Он застрелил Джейд, я застрелил его. Помимо меня тут еще два тела, и мне бы не помешала твоя помощь, Кайла. Да заткнись ты, сейчас буду. Бог ты мой. Что за хрень здесь произошла? Это не я. Это он. Кэсси, она уже была мертва, когда я пришел. Этот чувак здесь был, а я искал тебя. Зуб даю. Клянусь тебе. Опусти пушку. Зачем ты меня искал?
наркота. Нет, это все, что нужно. Потом я исчезну. Ты сказал ему, где мы живем, не так ли? Да ничего я этому придурку не говорил, Кэсси. Ты со своей чертовой наркотой. Тише, тише, тише. Ты нашла деньги? Ладно. Скажи мне, где наркота, и мы что-нибудь придумаем. Мы что-нибудь придумаем. Мне не нужны напарники. Кэсси. Прости, Хауи, но я лучше в одиночку. Пожалуйста. Ну что, счастливчик, собирайся. Черт, чуть не забыла твою еду. Какого хрена ты натворила? Я не убивала Хауи. Они уже были мертвы. Я клянусь. Я пыталась помочь ему, но было уже поздно. Ты врешь, сука. Нет. Нет, 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 нет. Это все он. Он убил Джейд и Хауи. Хотел убить меня. Я видела это своими собственными глазами, Кайла. Кайла? Ты такая же, как они. Нет. Ничем не лучше ублюдков, что я убила.